Два года назад в наше отделение поступили аппараты Inspiration фирмы E-Vent, оснащенные режимом Auto Mode. И перед нами открылись другие возможности. Auto Mode – это программа, выполняющая переключение между двумя режимами EVL. Существует на двух аппаратах. Servo i на слайде слева и Inspiration LS на слайде справа. Принцип действия Auto Mode, как в опции Apnoe Ventilation. EVL происходит в принудительном или спонтанном режиме. Если пациент перестает дышать самостоятельно в течение установленного врачом времени апноэ, аппарат переходит в принудительный режим. Если пациент последовательно инициирует два вдоха, аппарат опять переключается в режим спонтанный EVL. В автомод могут быть включены один принудительный и один спонтанный режим. Если начинаем из Volume Control CMV или Pressure Regulated Volume Control CMV, когда пациент начнет инициировать вдохи, аппарат переключится в Volume Support. Вот схема переключения между спонтанным и принудительным режимами и возможные пары режимов. Auto Mode включают нажатием виртуальной кнопки Auto Mode внизу экрана. Если Auto Mode включен из Pressure Regulated Volume Control, настройка целевого дыхательного объема сохраняется для Volume Support. Если пациент инициирует вдохи, аппарат переходит в режим спонтанной вентиляции, в данном случае Volume Support. Если длительность апноэ превышает 7 секунд, Auto Mode переходит в режим принудительной вентиляции. Но в отличие от опции Apnoe Ventilation, тревогу не поднимает и персонал не беспокоит. Он спокойно замещает утраченную функцию до тех пор, пока пациент не начнет инициировать вдохи сам. Auto Mode с Volume Support и Pressure Regulated Volume Control при отсутствии спонтанной дыхательной активности гарантирует адекватную и комфортную EVL, обеспечивая заданный дыхательный и минутный объем. Как только пациент начинает инициировать вдохи, аппарат EVL переключается в Volume Support. В Volume Support аппарат сам устанавливает уровень давления поддержки для достижения целевого дыхательного объема. Auto Mode эффективен при сложном прекращении респираторной поддержки. Вот пример. Мы установили режим Pressure Regulated Volume Control CMV. Внизу на экране кнопка включения Auto Mode. Если мы включим Auto Mode, а у пациента есть хорошая дыхательная активность, аппарат сам переключится в Volume Support. Вот так это выглядит. Все настройки, сделанные для Pressure Regulated Volume Control CMV, остаются активными для Volume Support. Неактивные кнопки имеют синюю тень на экране монитора. Вот так выглядят настройки в меню аппарата EVL.